Друзья, здравствуйте! Наконец появилось время, чтобы убраться, сделать видео, выставочный стол. Как раз похолодало хорошо, растения пришли в норму, потому что жара на них плохо сказывалась. Ну, будем снимать справа налево, как уже завелось. А здесь расцвел буквально дня два назад дуриган Геркулес. Это один из самых крупных дуриганов, потому что как кратер он в раза два меньше, чем Геркулес. Ну, отсюда его название Геркулес. Расцвела первый раз за, наверное, 4 года с момента покупки, хотя покупала взрослое растение, конхамиана церулея. Цветок очень красивый. Очень похож на Blue Indigo. Такого Blue Indigo нет росчерков, но, вернее, есть росчерки голубые по лепесткам цветка, а у нее нету. Но цветок тоже очень красивый. Голубой, голубая губа, цветок в голубых тонах. И что особенность, он очень ароматный. Размер цветка сантиметров, наверное, 17. Дальше цветет сибриз. Как показалось, мне цветет вообще с каждого роста. Тоже цветок очень крупный. Никогда меня она не впечатляла на фото. А в жизни это, конечно, просто невероятная красавица. Цветок крупный, бульбы круглые, очень похожи на белиоровские. Ну, только у набелиора они пониже, здесь они покрупнее. Но цветение очень красивое, очень удачный гибрид. Дальше у меня цветет здесь дендробиум. Дендробиум мутант. Чем у него отличается, что у него полностью цветение махровое. Вот такой он смешной, интересный, необычный. Поэтому я себе его оставила. Дальше, что у нас здесь цветет? Дуриган, кратер. Кратер немножечко уже отцветать начинает. Пока я собралась его снимать. Вот такой вот мини-дуриган, если он на общем фоне, конечно, отличается. Дальше цветет анцидиумная группа, я их вместе поставила. Мельтония, какой-то сложный гибрид от карги, и цветение его очень красивое. Мне прям вообще он понравился, тоже решила оставить. Здесь цветет зикапиталум муракасами, по-моему. Очень красивый у него цветок. Но почему-то на видео он в сиреневых тонах, а на самом деле пчелы летают. Не надо меня кусать. Так, здесь расцвела родригезия. Родригезия, венус, там бирочку видно. Такое милое растение вообще. Цветочки вообще нежные-нежные, как хрустальные. Вот оно только буквально вчера начало открываться. Сегодня открыла 3 цветка, думаю, пойдет в общее видео. Ну и как цветет у меня уже с каждого роста, 2 раза в году, это люминоза. Красавица люминоза. Все те же прожилки сохраняются, цветение не отличается, что зимой она цвела, что вот сейчас, после летнего цветения. 3 цветка на цветоносе. Что сказать, очень красивая дама. Ну, меня, наверное, уже это не впечатляет, потому что это уже повторное цветение. Всегда первое цветение намного волнительнее. Ну, вот такое вот краткое видео по цветению. Дальше будет где-то через недельку сниму еще, потому что очень на подходе много очень интересных растений. И буду я снимать. Пока-пока!